Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны отмечает 65-летний юбилей. Сегодня там состоялась торжественная церемония. Училище ведет подготовку офицеров и специалистов противовоздушной обороны. Среди выпускников более 45 генералов, 20 докторов и более 200 кандидатов наук. Возглавляет учебное заведение генерал-майор Андрей Ильиных. Сегодня он провел экскурсию по музею для председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко. Преподавателям училища вручили награды за заслуги перед Ярославской областью. Почетным знаком Алексея Мельгунова отметили Олега Левашова. В адрес училища прозвучали поздравления от министра обороны страны и от первых лиц региона. От имени губернатора и от правительства Ярославской области от всей души поздравляю всех выпускников, будущих выпускников, всех офицеров, всех генералов, всех тех, ну, конечно же, наших уважаемых ветеранов, всех тех, кто причастен к этому училищу с большой 65-летней историей.